Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим автомобильные лампы светодиодные от компании LED, лампы дополнительного освещения на цоколь W21W, он же еще называется T20. Артикул комплекта 7440 White. То есть данные лампы у нас идут белого цвета. Поставляются в коробке блистер вот такой вот фирменной. Давайте откроем и посмотрим сами лампы. В комплекте идут две лампы. Они защищены вот таким вот белым колпачком. Внутри установлено 9 светодиодов. Серебристая часть, это у нас идет металлическая часть, для того, чтобы охлаждать полностью светодиоды. То есть все тепло распространяется по всей плоскости металлической пластины, которая установлена, площадки вернее. Все остальное часть у нас полностью пластиковая. Вот, подключается на питание как 12, так и 24 вольта. Мощность ламп 3 ватта. Установлены светодиоды SMD3030. Световой поток заявлен 324 люмена. Вот сейчас мы одну из ламп подключим и посмотрим визуально, как она будет отсвечивать. Подключаем лампу на питание. Хочу сразу сказать, что по полярности не имеет значения, как ее устанавливать хоть одним контактом, хоть другим на плюс, то есть она и так будет отсвечивать. Свет довольно-таки яркий, заявленная температура свечения 6000 кельвинов, ну, видим, насколько ярко это все у нас отсвечивается. При покупке на комплект таких ламп распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.